Ребят, всем привет! Сегодня будет очень короткое видео. Будет называться оно «Страх». Чтобы вы все поняли, что такое страх, я вам покажу с самого начала. Как описан был страх в знаменитом фильме «Визит к Минотавру». Страх. Вот самое непереносимое, самое жестокое испытание, которым подвергает нас Господь. Сильно испуганный человек – это почти что труп. Зачем им? Да, лучше Плята, по-моему, никто не мог это сказать. Значит, о страхе. Во-первых, вспомним классику. Кто чего боится, то с тем и случится. Это раз. Второе. Я вот недавно смотрел документальные фильмы о том, как люди осаждали там в средние века всевозможные крепости, там турки, викинги и так далее и тому подобное. Дело в том, что когда крепость уже, как говорится, сдавалась, не милость победителю, они приходили туда и, мягко говоря, охреневали. Там еды было на пару месяцев запросто, там воды было на пару месяцев запросто, там было оружие, там были луки, стрелы, копья, все было. Почему люди сдавались? Страх. Элементарный страх. У женщин во время вот этих осад просто-напросто исчезали месячные. Напрочь. У других людей, у которых там проблемы с желудочно-кишечным трактом, либо кровавые поносы, либо запоры. Страх – это самое страшное, что может произойти. Я говорил, говорю и буду говорить. Паническая атака не убила ни одного человека на планете Земля. Но страх это сделает запросто. Потому, еще раз говорю, начинается, чувствуете, отвлекитесь, что угодно делайте. Руки под холодную воду, в лицо холодную воду, я не знаю, ну, в конце концов, 20 приседаний, 5 отжиманий, под холодный душ, что угодно, как угодно, но только отвлечься. Отвлечетесь, выскочите. Не отвлечетесь, начнете принимать пилюлю, вызывать скорую помощь и так далее и тому подобное. И это круг, вот этот цирк, по которому мы постоянно бегаем. Вот, в принципе, и все. Страх убивает. Как только вы поймете, что это просто-напросто игра вашего мозга, то, в принципе, ничего страшного нету. Еще раз говорю, ни один человек не умер. Нету такого доказательства. А страх убивает. Так что помните, кто чего боится, то с тем и случится. Не надо бояться. Всем удачи!